Пущи по барабану. Ты спокойно. Дела свои делай. Понял, а говорит, ты, я территорию тут лечу. Я тут, видать, может, свечу, у него такой запах. У меня, говорит, ахиль пахнет. Да, а тут радиация. Здесь вообще невозможно, даже так ты стоишь. Без ветра это ужас. Ну тут где мы стоим, в 3 метрах? Чувствуешь? От лиса вообще запах жуткий. Ну тут лис вроде не было такое. Она еще мелкая. Да, может, она нет, я говорю, что она нет, она говорит, нет, вот это готово уже к размножению, а это еще нет. Поэтому у нее и аромат. Я же представляю, в лесу как надо пометить, чтобы самец стоит на поле. Там на пол леса пахло, наверное. Еще другие запахи перекрыть. Ну, а лиска прям вообще рот открыт, какая-то нервничает. Она уже задыхается, мне играть хочет. Спокойно. Пошла бы домой сразу. Ну вот теперь скучать не буду. Сейчас выйдем, ну, погоди. Алиса. Подруга. Алиса. Алиса. Чего? Пошла. Вот это там. Что, у тебя дома что-то? Приснилось что-то? Пошла, говорит, рюмочку приняла на грудь. Сразу веселая история. Ничего не будет еще веселящего. Ну они разыграются, мне кажется. Просто бегом с дома выбежал. Черненько еще не обвыкло. Он разрывается. Сюда иди. Тетка завалилась. Рика! Забирал. Спрятал. С ума сходит. Нюхали спокойно. Теперь у нее, видишь, крыша едет. Это успокоилось, Серега, ты крыша едет. По очереди. Ну, Алиска тоже он прыгает. Ну, все, все, вот это чисто собачьи игры. Вот это вот так собаки дома делают обычно. Не энергии взять, что, Стас, как ты? Надо, говорит, бегать, спортом заниматься. Сначала стеснялся. Прикидывался, типа, все равно. Сумасшедшая. Что тут вытворяет, а? Вы скоро Потапыча заткнете, ребят. Да, вот нет, Потап. Артисты. Она ее бесит, чтобы это молодая. Зайца жевалку. Не, вот сюда. Сюда сама по себе. Разыграться не хочу. Смотрите, расскажешь, не поверил, хорошо хоть снимаем. Километры набегали. Вот домой. Я дома три по потолку. Вверх на белый, да. Смотри, кто же там тут делает? А теперь в шоке, что вообще больно. Вообще, как говорится, соседка сразу. Алиска устала. Все? Нет, дубль 2 будет такой, легенький. Вот, теперь поменялись, теперь она так. Рика. На карту. Алисочка, на карту прими. За задницу хватит, хочется тебе. Зачем она так боком стала? Белизировал.